«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. И события для всех любителей фастфуда. В 5-м микрорайоне открылся ресторан быстрого питания «Бургер Кинг». Утолить голод здесь смогут одновременно 120 человек. Именно столько предусмотрено посадочных мест. Обслуживать ресторан будет команда из 45 человек, все жители города и района. «Бургер Кинг» — это еще один коммерческий проект, который поддерживает Клинская администрация. Ведь все налоги от этого ресторанного бизнеса будут поступать в городской бюджет. Все налоги будут здесь. 6% от оборота они платят. Замечательно. То есть это поступление в бюджет района, это создание рабочих мест, это возможность приема пищи в достаточно цивилизованном, современном объекте питания. И, конечно же, я хочу сказать, что вот этот уголок окраины города, благодаря таким инвестициям, приведен в очень такое привлекательное, действительно, местечко, заведение. Пока родители будут наслаждаться фастфудом, ребятишки смогут повеселиться в детском уголке. Для малышей здесь предусмотрены горки и лазалки. Ресторан быстрого питания будет работать с 10 утра до 10 вечера. Окошко «Бургер Авто» круглосуточно.